хорошо, весело и беззаботно. А готовим сегодня... Сегодня, кажется, у нас день курицы. Я почти этими же ингредиентами готовила другое куриное блюдо для армянского канала. Чикен. Чикен по-английски, но по-русски курица. И что же это? Как же называется блюдо? Имени нету, просто быстрый обед или ужин. Yes, okay. Он хочет морковку, нужно принести еще. Carrot, морковка. Окей, here. That's a carrot. Ага, говорит, огромная морковка. Хочешь, узумес? Yes? Окей, про наше блюдо. Вино. Вино спасет мир. Куропе, сус манате. I'm mixing. No, I'm not mixing. Он говорит, я буду мешать или нет. Адан, а этот хлеб хочет. Окей, я сейчас вернусь. Эсэзэмэс, Антина. Они горбушку не любят. Самое хорошее место. А ты Окей, дети счастливы, мама тоже счастлива, за счастливых людей. Полегче стало. Быстро нужно шефа убрать из кухни. Сейчас вернусь. Арнакджан! Арнак! На чем остановились? На курочке. Можете готовить с говядиной, с телятиной, кто какое мясо предпочитает. Мясо не хотите, просто можете не готовить. То есть можете просто остальные ингредиенты оставить, мясо убрать. Значит, заранее уже сварила голень. Голень, вы меня научили. До полной готовности. Кожу тоже уберу, кстати, кожу не любим, а моя собачка очень любит. Заранее сварила, соль уже добавила, еще понадобится нут. Нут тоже заранее намочила на ночь, потом воду слила, добавила холодную воду и сварила до полной готовности. Еще понадобится масло, у меня оливковое масло, любое сливочное, можете сливочное, но не советую. Что еще? Паста перца есть на канале, как готовится. Можете томатную пасту тоже брать. Еще у меня crushed tomatoes называется. Помидоры как бы в своем соку. Уже crushed, не знаю как будет. Мятые, да, мятые помидоры. Если свежие помидоры есть, еще лучше. Onion, лук. Морковка понадобится, еще сельдерей тоже очень хороший вкус подают. Если есть острые или болгарские перцы, что есть под рукой, подойдет. Из зелени беру что под рукой. У меня кинза, петрушка, базилик и укроп тоже подойдут. Из специй черный перец, соль будет, конечно, куркума, карри, но не куркума, о, куркуму забыла принести. Окей, зира, куркума, карри. Из этих трех, что есть под рукой, берите. Из чего же начнем? Начнем с жарки, с зажарки, то есть. Лук зажарю, пока полуготовый. Помню слово, никак не могу произнести. Тапанти, прозрачный. Прозрачный, да. Пока прозрачный. И продвинемся вперед. Очень трудно начали сегодня. Thank you.
Лук почти готов. Добавляю остальные овощи. Очень маленькую порцию делаю. Можно сказать, обед на двух влюбленных. Два маленьких острых перца, две морковки, пять голенек. Еще сельдерей, сколько хотите, совершенно не надо пойти на рецепт. Можете все на глаз. У меня здесь почти 450 граммов нута, но сейчас это добавлять не буду. Пусть немножко подождет. Хочу добавить специи или томаты. Перцы всегда на вкус. Зира. Я опять забыла пойти за куркумой. Куркума – это обязательная специя. Обязательные специи. Всегда и во всем. Очень полезная, очень соленая. Блак пеппер, черный перец. Тоже очень полезный специй, особенно с куркумой. И побежала за куркумой. Тоже на глаз четверть чайной ложки, не столовой. Это будет слишком полезно. Не хотите. Так долго жить не хотите. Это сюда. Немножко соли хочу добавить. А еще соль добавлю. И, кстати, мясо уже посолила. И томат пойдет, если свежий, еще лучше. Наверное, два спелых помидора я бы добавила. Тут почти три. Вот так. И, конечно же, паста перца – это из обязательной программы. Одна столовая ложка. Добавляйте, не стесняйтесь. И сейчас все это хорошенько смешаю. Дам потомиться. Минут 2-3, может быть 4. Но не без вина. Сейчас вино добавляю. Держитесь. Полстакана. Лучше, если белое вино. О, забыла про чеснок. Чеснок это тоже из в главных ролях. Два зубчика чеснока. Мелко порежу. Еще минутку пусть потомится, добавлю мясо, нут. И если хотите добавить немножко бульона из курицы, можете. У меня овощной бульон немножко остался, такой бульон добавлю. Что есть, даже воду можно добавлять. Так вкусно пахнет. На вкус. Соли надо добавлять. Это розовая соль, очень тонкая и нежная на вкус. Совсем не соленая. Голень. Ну. Немножко бульон.
стакан бульона, скажем, или полстакана. Сколько есть у вас? Сколько осталось? И сейчас легонько смешаю все, закрою крышкой и дам потомиться. Минут 15-20, не более. Все уже готово. Как вкусно пахнет. И крышка. Все. И раза два-три можете открыть, немножко туда-сюда сделать, чтобы все равномерно сварилось. Все, увидимся за нашу встречу. Минут через 15 встретились. И готово. Раза два смешала и все. Сейчас огонь унесу. После три глотка вина уже огонь ношу. И самое главное, свежая зелень для этого блюда просто необходим, как воздух. Укроп, петрушка, нет, не укроп. Кинза, петрушка. И что есть. Уже смотрите, как красиво выглядит. Аппетитно. Немножко зелени. И можете зелень добавить, крышку закрыть и дать постоять несколько минут. Я хочу, чтобы фото красивые получились, поэтому курочку не закрываю. Сделаем и попробую. Красотой насладились, можно и попробовать. И, кстати, это блюдо очень вкусно с лимоном или с лаймом. Что есть под рукой, то и нажмите. Кнопку нажмите. Окей, это так. Сейчас пробую соус. Сначала соус, потом мясо. Все по отдельности. Немножко нот возьму. Такой острый получился. Очень вкусный. Даже без мяса это уже вкусно. А сейчас мясо. Мясо тоже в соусе нужно намокать. Никак не вспомню это слово. Макать, намокать. Очень вкусно. Прямо тает во рту. Как мороженое. Все. Рецепты не ждите. Это очень просто. Походу уже все ингредиенты сказала. Остальное все знаете. Спасибо всем, что посмотрели. Спасибо за добрые, хорошие слова и поддержку. Увидимся. И берегите себя, будьте здоровы, питайтесь здорово. Все, за вас. Жизнь прекрасна. После глотка вина особенно прекрасна. И
Darum ein Bescan Kuschu bei dir.